Открытие детского сада в лесном городке ждут с нетерпением. Ремонтные работы в старом здании бывшей начальной школы начались давно. По объективным причинам в строительстве произошла задержка. Это были обязательства застройщика, который не выполнил эти обязательства. Мы потом расторгли этот контракт, забрали объект обратно и сейчас и в этом году поставили его в капитальный ремонт. Поэтому детский сад появится на 160 мест, полноценный. Ясли для малышей до 3 лет, группы для детей от 4 до 7. Игровые комнаты, спальни, универсальный зал и медицинский блок. У каждой группы отдельный вход. Старое здание практически полностью перестраивается. Проведены все работы, связанные с ремонтом кровли, утепление фасадов, утепление фундаментов, построены внутренние перегородки, уже сделана везде стяжка, разводят инженерию, ставят вентиляционные системы. По словам главы округа, работы выполнены на 50%. Все сроки и графики капитального ремонта на данный момент соблюдаются. Андрей Иванов потребовал закончить благоустройство территории, пока не наступили холода. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».